В Ханты-Мансийске построят новое терапевтическое пространство для детей, которые пострадали от насилия. Об этом в официальном сообществе хобби-клуба «Рубикон» рассказали основатели проекта. По задумке психологов, на площадке под открытым небом педагоги смогут проводить как игровые занятия, так и тренинги на рефлексию и расслабление. Пока терапевтические практики проходят в одной мастер-комнате площадью всего 18 метров, и это сильно ограничивает рубиконовцев. На свежем воздухе для детей соберут специализированную площадку из 7 мини-построек. За помощью в реализации проекта организаторы обратились к югорчанам. Сейчас на интернет-платформе planeta.ru продолжается сбор средств на строительство. Помочь детскому клубу можно не только финансово. Рубиконовцы будут рады натуральной помощи. Также на площадку приглашают инженеров, дизайнеров, строителей и других мастеров. Благотворители могут принять участие в аукционе. В числе лотов экскурсии по благотворительному центру, фирменный мерч, консультации психолога и видеоблагодарности от детей. На сегодняшний день добровольцы собрали около трети необходимой суммы. До конца сбора осталось чуть больше 3 недель.